Так, вот так выглядит корзина старой NC31 стойки. Вот такой шлейф длинный. Этот модуль диагностики. Вот старая система ЧПУ. Как видите, все изношено. Такая вот она. Старая ЧПУ. Вот она. Новая стройка NC3110, которую сейчас я буду менять на замену старой. Вот она, старые разъемы. Знакомые. Вот подписано. Вот она. Старая система ЧПУ 87 года. Вот она. Как видите, 6 плат, и надо, соответственно, хозяйство заменить. Вот у нас кабеля снятые. Будем подставить новый стойк. Поставил. Такая штука у нас. Сейчас. Вот она стоит тут. Вот эти разъемы. Стандартный под NC31. Вот она. Всасывающего вентилятора здесь нет. Вот она. Это подписанные разъемы КЕ, а это правый первый, то есть. Как на стандартную по подписи XT3, XT4, вот она. Сейчас я поставлю разъем. Вот она. Соединил все. Стойка. Сините кабутами обязательно, для того, чтобы не выпали разъемы. Да. Ну, конечно, не эстетично, я понимаю, конечно, но паять для новых разъемов мне очень даже не хочется. Понимаете? А тут раз, за час все сделаю. Вот она. Конечно, не феншуй, станку всего 35 лет. Ну ничего. Нормалекс. Мне нравится. Сейчас закреплю все, сделаю и все.
Все работает. В общем, прощаюсь, всем всего доброго, пока.